уставшие от холодов, грязи и слякоти, от всего накопленного за последнее время негатива, все мы были рады оказаться в экспоцентре на Красной Пресне на Мотовесне 2021. Это уже 10-я по счету международная выставка техники для активного отдыха. И на стенде компании MedBull активностей, уж поверьте, было предостаточно. Пообщаться, посмеяться, сделать памятное фото – это само собой понятно. Однако было заметно, посетители стенда прямо-таки стремились здорово обновиться к открытию сезона. Интерес был абсолютно ко всем представленным на выставке позициям. Это моточерепахи, сумки, перчатки, охранные системы, подшлемники и, разумеется, сами шлемы. Все можно было посмотреть, примерить на себя и купить. А если не купить, то выиграть. MedBull организовали и впоследствии успешно провели розыгрыш призов. Количество желающих поучаствовать в данном мероприятии приятно удивило. Люди записывались, фотографировались на стенде, получали сувениры. В общем, все как положено. Призы были красивые, нужные, а самое главное – надежные. Радость одного из благодарных победителей не смог скрыть даже мощный призовой шлем. Я им безумно благодарен. Спасибо. Просто супер шлем. Боря, ты как раз его мерил. А еще было много хороших друзей, которые из года в год подпитывают всех той самой энергией, на которой работает жизнь. Вот мы большие друзья вот этого товарища, вот этого Сергея. Вот, и проходя выставку, мы как бы на этот стенд нарвались. И встретил я своего брата, с которым у нас долгие отношения. Мы много проехали, много пережили вместе. Вот. И специально для него, мы вот с женой, с моей сырой, мы приготовили подарок. Вот. А подарок выглядит так. Вот. Так как Серега большой работяга, трудяга, вот, ему этот переходящий выпил, вот, коллектив коммунистического труда. Он знает, что это такое. Вот, и от всей души, с большой радостью мы ему дарим этот выпил. Спасибо. 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 Помимо традиционной тяжелой техники в лице байков, квадроциклов, а также нафаршированных автомобилей, на выставке развернулась довольно большая площадка с самыми красивыми в мире велосипедами. В некоторых из них старшее поколение посетителей «Мотовесны» смогли найти частичку приятных воспоминаний. Не обошлось и без настойчивых пожеланий. И я вот думаю, что у вас зайдет, что количество велосипедов в Москве гораздо превысило количество автомобилей. Автомобилей мало уже, потому что они валяются все без бензина и без обслуживания во дворах. А люди пересели на велосипеды. Делайте для них нормальные велодорожки. И люди будут ездить нормально на велосипедах. А в целом все прошло, как всегда, прекрасно и даже лучше. Сами знаете, дефицит подобных мероприятий негативно влияет на здоровье тела и духа. Их нужно беречь. Спасибо за праздник. До скорой встречи, друзья!